Реализация национального проекта «Демография» позволит в 2024 году охватить мерами социальной поддержки 2,5 миллиона российских семей. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании с премьер-министром в режиме видеоконференции. Подчеркнула, будут продолжены мероприятия по повышению благополучия семей посредством реализации нацпроекта. Татьяна Голикова добавила, в соответствии с поручением президента на основе принципов социального казначейства продолжают создание целостной системы мер поддержки семей с детьми, для того, чтобы свести к минимуму риск бедности таких семей.